Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем срезать капусту. На этой грядке у меня растет три сорта. Вот этот ряд — это Глория, здесь до половины ряда Мегатон и дальше в конце ряда Атрия. Это гибриды, замечательные голландские гибриды. Капуста Мегатон, она очень крупная, растет до 15 килограмм. Пригодна для квашения, для хранения, ну и для свежего потребления тем более. Сейчас я ее срежу, потом мы с вами ее взвесим, посмотрим, какая это капустка у нас получилась. Здесь вы видите у меня дуги. По весне, когда я высадила рассаду, я накрывала укрывным материалом, чтобы она лучше прижилась и чтобы ее не погрызли вредители всякие. Поэтому вот она у меня сохранилась так неплохо. Ну, давайте приступим. Вот, не поднять ее. Красавица. Вот. Глории качны не очень большие, они где-то приблизительно около 5 килограмм, но очень плотная, прям как каменная. Атрия у нас в конце. Ох, какая тяжелая. Еще я хочу вам сказать, что я сажаю только профессиональные семена, они дают самый хороший урожай. Меньше болеет и меньше подвергается вредителям. Весной, конечно, я вам расскажу, как я сажаю капусту. А сейчас уже, я думаю, смысла не имеет. Пойдем мы ее взвесим. Первую взвешиваем Глорию. Так, 4 с лишним килограмма. Неплохо. Теперь давайте попробуем Атрию. Ого, 6,685. Вот это капустка. Ну, а это наш Мегатон. Опаньки. 9,130. Вот это капуста. Красавица. Ой. Итак, друзья, спасибо большое за просмотры. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного еще. До свидания, до новых встреч!